Госхидинг бежит из Турции. Известный футбольный тренер не смог вывести местную сборную на Евро-2012. Теперь договорился о преждевременном расторжении своего контракта. Подробнее об этом наш спортивный обозреватель Кирилл Благов. Да, Леш, спасибо. Действительно, определяющими для Турции должны были стать два матча против сборной Хорватии. Но, как вы помните, все стало ясно уже после первого, когда сборная Турции на своем поле была разгромлена со счетом 3-0. Перед ответным матчем Хидинг загрустил, хотя, казалось бы, разве кто-нибудь недавно мог его представить в таком состоянии. Но было очевидно, что он, этот матч превращается уже скорее в формальность. Гус, конечно же, сказал, что его команда выйдет играть только на победу и сделать все от нее зависящее. Но хорваты в этот раз практически ничего не позволили туркам 0-0. И на пресс-конференции в конец расстроенный Хидинг заявил следующее. Думаю, это мой последний матч за сборную. Слова голландцев не разошлись с делом, и сегодня же он договорился с Турецкой Федерацией Футбола о расторжении контракта. Все финансовые обязательства перед Хидингом федерация обещает погасить до августа 2012 года. О каких суммах идет речь, пока неизвестно, но в Турции, собственно, никто не скрывает, что Хидинг был самым высокооплачиваемым тренером местной сборной за всю ее историю. Сам Хидинг не скрывает, что будет с ним дальше. Говорит, что хочет отдохнуть и не спешит говорить, какую команду он будет тренировать. Тем не менее, слухи вокруг того, что следующим клубом Гуса Хидинга станет Нанджи, не прекращаются ни на секунду. Посмотрим, вернется ли этот тренер в Россию. Кирилл Благов, спортивный обозреватель «Дождя».